Всем привет, ребят. Ну что, как и обещал, сегодня записываю вам распаковочку моего нового монстрика. Там вот коробочка от старого, можете сравнить, то 2017, вот это 2018. На сегодня это первый комп в Украине, который собран с двумя тишками 2080-ми. В общем, все описание будет под видосом. Попозже вам уже засниму сам тест. Напишите, кстати, я просто этим как бы никогда не занимался, не тестировал. Напишите, в каких именно прогах протестить. Я там знаю 3D Mark, там еще какие-то есть, чтобы посмотреть уже полноценно, что он из себя представляет. Там много было срача, много комментаторов, экспертов было. Ребят, мне эти компы собирают в Киеве. Есть такая фирма Artline в Украине. В принципе, собирают быстро и качественно. У меня как бы вопросов по моему предыдущему компу, который есть на моем сайте, в описании вообще нет. И работает все отлично. Он у меня остался. Скорее всего, будет для рестриминга. Ладно. Так, сейчас я найду, чем его вскрыть. То на стримхате у нас ни ножей, ничего нету. Жизнь, боль. Так, отлично, поехали. Надеюсь, вам все нормально видно. Я как бы не любитель этой темы. Так, смотрим. Весит он в районе 50 килограмм. То есть, чтобы вы понимали, это не маленький компьютер. Который можно просто так взять и перенести. Даже тот предыдущий, он тоже весит дофига. Так, что это у нас? Тороговская фигня. Ну, куча коробочек. Сейчас посмотрим. В общем, всего дорвалось. Так, ну вроде так должно открываться, если не ошибаюсь. В общем, куча всего. Так, нет, вот здесь, по-моему, да. А, это мой Wi-Fi. Ну, такой же Wi-Fi у меня, в принципе, есть. На предыдущие модели, то есть, возможно, помощнее, я не знаю, еще описание. Посмотрим. Так, это интересно посмотреть, что это такое. Кабелек, ничего себе, смотрите, как ЧФТЭК. Мощно, я вам скажу, мощно сделано. Кто не видел кабеля. Так, ну вот. Самое интересное, документация вся, CSD-шки, Strix 299 Gaming, сейчас посмотрим. Ну, не зря я начал играть на китайском серваке, чтобы изучить это все. Так, окей, это все интересно, это не интересно, не интересно. Ну вот так вот системник выглядит. Я его вытащу, не знаю, сам смогу, не смогу, думаю, смогу. Не знаю, там видно вам, не видно. В общем, наиграться с ним надо. 4 стекла. Вот такая вот тема. Я вам запилю уже его на столе. Старый комп я пока оставляю. Так, это все. Asus и спид-тесты. Где самое основное? Так, это на видяху. Так, ну вот так вот он выглядит. Не знаю, видно вам, не видно. Сейчас я его вытащу и покажу. Ну вот, ребят, я его вытащил. Минут 7-10 вытаскивал, скажу одному, очень сложно.
Нереально просто. Посмотрите, какая коробка. Он такой же, как и та коробка, даже больше. При том, что предыдущий комп P9910 нестандартный тоже по сравнению с обычными системниками. Так. Пленочки. Вот так вот. Иди сюда. Фу, ну я не знаю. Сейчас покажу вам его в таком состоянии и запущу уже. Сейчас заберу. Надеюсь, вам качество изображения будет нормальное. В общем, вот такая вот, ребят, фигня. Стоит немеренных денег. Включение, перезагрузка, микрофон, USB 2.0, USB 3.0, заряд, включение. Все на винтиках, как видите, в пленочке. Вот такой вот он. Сейчас я его вам включу, уже посмотрите, оцените его в том состоянии, в каком он должен быть. Вот такая вот. Что у нас сзади? Ух ты, блин, весит он, конечно, немало. Вентилятор. Куча USB-шек, не знаю, вам там видно, не видно, куча разных портов. Ну, в общем, мощно он выглядит, конечно, тут пылесборник тот, что надо. Посмотрите, сколько всего. Пластик, металл. В общем, такая вот тема. Если сравнивать с моим предыдущим, точнее, нынешним компом, вот так это все дело выглядит. Срач, как обычно, на столе. Вот предыдущий, как видите, тоже такой не маленький. Я вам потом тоже обзорчик на него засниму. Посмотрите, вот. Водянка, правда, уже все обесцветилась. Надо будет сдать его. Но вот так он выглядит. Тоже не маленький, скажем так. Так-с, окей. Ну что, сейчас уже его поставлю и включу вам. Ждите. Ну что, ребят, поставил, еле вытащил, скажу, просто жесть, огромный, просто огромный. Как видите, снял вам пленочку, сейчас мы его первый раз запустим, не подключал еще его. Сейчас, где там? Так, смотрим, вот, включилась рок, потом вам покажу, как она светится, но вот так вот. Сейчас потушу даже свет, чтобы полностью было видно все. Вот так он выглядит. Ну что, поехали, запускаем. Вот, смотрите. Как вам, напишите в комментах, как вам такая машинка. Надеюсь, видос получится нормальным, потому что я обзоры как бы не снимаю. Он загружается. Ну, по-моему, постарались на ура. Надо было, я думал, брать другой немножко корпус с гравировкой, но в принципе черный цвет мне больше всего нравится. Пленочки, как видите, все в пленке, все защищено от царапин, от всего. Вот она грузится. Ну, как по мне, реально огонь. Сейчас я вам постараюсь заснять ближе все. Ну вот, две RTX 2080 Ti. Вот смотрите, как он выглядит. 7 вентиляторов.
внутри. То есть три сверху, три здесь, один большой сзади. В принципе, они все одинаковые. Вот такой вот компьютер. Так, вот так он выглядит. Вот спереди видок. Как видите, неплохо. Вот панелька, я вам уже ее показывал. Также можно сделать. Я надеюсь, что можно. Ну, мне-то можно. Так. Вот такая вот, ребят, тятя. Он открывается со всех сторон. То есть доступ, как и в предыдущем. Водянка еще не. Оперативка, конечно, светится офигенно. Что я могу вам сказать? Да и сам он по себе неплохой. Вроде как. GTX. Ну, в общем, вот как-то так. Чефтековский. Скажу вам по шуму, возможно, даже тише, но это надо будет регулировку пройти. Как видите, плетение сделали все эти в плетенке шнуры. Ну, как по мне, очень-очень достойно. Вот такая вот у меня новая цяцка. Ну, уже напишите в комментах, кто о чем просил, в чем протестить его, в каких прогах, потому что я в этом, ребят, чайник, поэтому... Если я вам могу рассказать по битве замков, то по железу, конечно, я еще очень-очень далекий, но надеюсь, до Нового года, до новых видях нам этого хватит. Все, пишите комменты, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока, я побежал его тестить дальше.